Всем привет! 5 января, или, как я бы сказала, 5 мартабря. Ну и, конечно же, что бы вы думали, можно встретить в январе? А в теплом, хорошем январе можно встретить хорошую саркосцифу. Приличного размера, красненького, красивого цвета. Вместе, конечно же, с молодой крапивой. Вот. Хорошо она себе растет. Как видите, приличных уже достигает размеров. Подумаешь, январь месяц. Кого же это останавливает-то? Январь. Январь никого не останавливает. Даже саркосцифу не останавливает. Хочет саркосцифа расти в январе? Растет. Не хочет, не растет. Вы только посмотрите, какие уши растут 5 января. Вот. Огромнейшие уши. Проверим их на червивость. Нормальные, хорошие, свежайшие, молодые уши. И удины уши, аурикулярия уховидная. Здесь. Вот такой мох. Разделяем его и получаем саркосцифу. Смотрите, какие бревна встречаются с фламулиной. Вот. Маленькая. Это вообще шикарно. Погода влажная. И там еще. Ну и, конечно же, куда без испорченной. Классическое весеннее сочетание саркосцифа и молодая крапива. И все бы ничего, но происходит это все у нас 5 января 2018 года. Молодая крапива на борщ зимний и молодая саркосцифа. Что же еще нужно нам в новогодние праздники? Также 5 января можно встретить вешенку. Это у меня обыкновенная вешенка. Как видите, вешенка обыкновенная, она так и называется. Или вешенка уличная. Вот. Эти очень маленькие. Это самая нижняя была более-менее приличная. Сорвала только, чтобы показать, что это не что иное, как вешенка. И также на этом мини-пенечке очень много фламулинки мелкой. Все только зарождается. Еще одна типичная обыкновенная вешенка. Вешенка уличная. Опять маленькая, малюсенькая, я бы сказала. Это у нас 5 января. Еще немножко, можно будет сюда приходить, собирать хорошие крупные вешенки. Если январь будет такой же теплый, декабрь был мартабрем, соединим и эти месяцы. Вот такие вешенки сейчас растут. Уже темнеет. Ручьи журчат, хочу вам сказать. Вот там. Хорошо, а так журчат. Какие звуки. Весна, 5 января. У меня практически пол этого небольшого ведра фламулина. Какая-то часть иудиных ушек. Парочку молоденьких вешенок маленьких. Но они еще будут. И, конечно же, январская саркосцифа. Вот такой у меня сегодня поход за грибами.
Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. И давайте ходить по грибы вместе.